One vision, one purpose, comrades. The technology of peace dictates us to dominate the enemy. This is Comrade Adam Lee and Eternal Warfare, turn-based red alert, basically speaking. Ради высшего блага, одно видение, одна цель. И, собственно, мы должны победить, товарищи. Вот что я вам скажу. И вот что нам диктует... Пошаговый red alert, Eternal Warfare. Continuum, дальше продолжаем. We need to start destroying this... Похоже, нам нужно будет сейчас уничтожать вот этот танк. Can we hide here? А можно ли здесь прятаться? Let's check, смотрим. Yeah, we can hide them. Да, там можно прятаться. Окей, so let's go. Ну хорошо, пошли тогда. Forest, заходим в лесок. Okay. Ну, нормально получается. It looks nice, выглядит все хорошо. Can we pass through? Можно ли так пройти? No, нет. Ship, уничтожаем корабль. And we need to start attack. Нужно начинать атаку. That's the only way. Единственный путь это именно штурмовать. Infantry, let be in a back. Пусть пехота прячется. One tank lost. Один танк, к сожалению, мы потеряли. Еще заканчиваем. Там танк уничтожен. А let's attack the ship. Давайте корабль атакуем. Но that's really bad. Вот это очень плохо. Окей, нормально. Сколько еще будет, что мы здесь можем показать? Well, nothing that great. Не очень-то много, все хорошо. О, твою мать. That's bad. Вот это уже плохо. We need to capture laboratory. Нам эту лабораторию нужно захватить. But how we can capture? Но как мы можем ее захватить? Okay, restart. Заново начинаем. I need to save my infantry. Нужно пехоту по-любому спасать. Like I need infantry alive. Мне нужна пехота живой. And not damaged. И не поврежденной. Not even a bit, даже капли не поврежденные. All my tasks to be completed, чтобы завершить-то свою задачу. Танк вот, танки вперед идут. Спид на полной скорости. Hello, приветик, блин. So now you will not take my infantry. Теперь ты хоть по пехоте не будешь доставать, блин, твою мать. Say goodbye. Пока. Прощайся со всеми, да? Here, the interior here, противовоздух сюда. So anti-air needs to be here. Вот тут противовоздушную оборону мы поставим. And here some heavy tanks. Ну тут пару тяжелых танков.
infantry hide. Пусть пехота прячется. Hello. Приветик. Say goodbye, пока. Отправили на тот свет. That's perfect. Фактически идеально. Now we need to capture the building. Теперь нам здание надо будет захватывать. Can we prepare to strike? Можем ли приготовиться к атаке? Destroy this dot, чтобы уничтожить вот этот дот. Твою ж мать. Like really, да серьезно, твою мать. Goodbye, до свидания. So my anti-rocket, моя противоракетная сейчас будет. Let's Okay, safe, сохранимся. What I will try to do is to shoot this bunker. Постараюсь сейчас расстрелять этот бункер. It almost destroyed. Почти уничтожен. Starting capture. Начнем захват. Fine. Ну, прекрасно. Нормально. I guess that's fine. Думаю, этого достаточно будет. Oh, we have a building now. Теперь у нас есть здание. Everyone moves in. Все выдвигаются вперед. Those need some treatment. Этим нужно полечиться. Так, нормально. Окей, ждем. Антитанк, противотанковые тоже пошли вперед. Starting attack. Начинаем атаку. Антитанк. Давайте противотанковыми для начала пройдемся. So, итак. It received nice damage. Хорошее повреждение уже получили. This can kill. Этот может добить. No, нет. Yeah, infantry killed. Пехоту добила. That's awesome. Это прикольно. That's really awesome. Достаточно прикольно получилось. So now we go to repairs. Теперь отправляемся на ремонт. And we need to speed up. И на самом деле нужно ускориться. Enemy tank in the front. Впереди еще один вражеский танк. Preparing for capture. Готовимся к захвату. Fire. Огонь. Starting capture. Начинаем захват. In 12 turns, I guess we will not manage to go through. Я думаю, за 12 ходов мы просто не успеем сейчас атаковать противника. One tank almost we lost. Танк уже почти потеряли.
продолжаем захват. Get that repaired, этот отремонтирован. Go back, назад пошли. This also back. Вот это тоже назад. Capture. Захват завершен. 10 turns. 10 ходов-то осталось. 10 turns. Can I finish the ship? Могу ли добить корабль? Yes, I can. Да, возможно. Окей. Ну, нормально вроде. Это назад. No available, nothing available to produce. Ничего невозможно произвести. That's I don't like. Вот, вот это мне уже не нравится. Can I fire? Можно стрелять? No, нет, не могу. Огонь, блин. This also prepared. Это тоже отремонтировано. We need to go some faster. Нужно как-то быстрее продвигаться. Do we have any infantry? А если у нас хоть какая-то пехота? Like, we need infantry to... Like when? Нам нужна пехота, чтобы победить. Some repairs, ремонт. Okay, that's a barracks. Там у нас казарма уже. So enemy constructed here a tank. Враг построил танк. Okay, that's not where we need to go. Это не то, куда нам нужно двигаться. Where is the freaking laboratory? А где долбанная лаборатория? Like really, ну серьезно? Let's hide in the forest. Спрячемся в лесу. Okay, I can produce more infantry there. Там можно больше пехоты произвести. But where is that center that I need to capture? Ну где ж тот центр, который нужно захватить-то? And with what to capture? И чем захватить? Окей. How to do that? А как это сделать? Like, they will shoot faster than I can do something. Они быстрее будут стрелять, чем я смогу что-то сделать. Окей, let's try to capture the top. Ну давайте попробуем сверху тогда пойти и захватить. I'll capture the repair base. Я не буду захватывать сейчас ремонтную базу. Hello there. Приветик. Okay, we have disclosed the enemy positions. Раскрыли вражеские позиции. Now I can shoot. Теперь можно добивать их. Infantry on the full. Пусть пехота в полную двигается. Эрек, огонь. Okay, all enemies destroyed. Все враги уничтожены.
That would be killed. Этот танк мы добьем. With this, легко. Окей, looks fine. Выглядит пока нормально. Ничего суперсложного я не вижу здесь. Another tank, еще один танк, твою мать. And и... Okay, finish them off. Давайте добьем. Ну, finish up this tank. Теперь попробуем добить вот этот танк. With anti-air gun, с противовоздушным пушкой. Угу, ship is here, тут кораблик приплыл. Вообще, пока кораблик. Looks like fine, выглядит нормально. And another ship, еще один кораблик. Okay, we need to destroy this cannon. Вот эту пушку нужно уничтожить. Is there something? Oh, that's a factory, есть заводик. We can capture that factory, можно этот заводик-то захватить. Okay, okay, I got it, понял. I want to finish off. Хочу добивить вот этот укреп бункер. Yep. Двигаемся вверх. This would be finished. Этот мы прикончим. Воздушные, давайте. Начинаем захват. And here, против воздух. Окей, отлично. So we will capture this. Мы это таки захватим. А куда он? He flew away. Улетел далеко. Capture complete. Захват завершен. So we can produce something. Теперь можно что-то произвести. Let's hide in the forest. Давайте прятаться в лесочках. He cannot see us, он нас не может увидеть. Серьезно? Now units. I cannot produce nothing. Я ничего произвести не могу. What for this factory? Да, она для чего эти заводы? So, like, I wanted to produce something. Я хотел бы что-то произвести, but I can't. Я просто не могу. Okay, so then wait. Ну тогда ждем. I need some repairs, нужен ремонт. Maybe this is possible to do. Возможно, даже стоит вот так вот сделать. Okay, that's nicely repaired. Отлично отремонтировано. So that's for repairing vehicles. Это для ремонта техники. Starting attack. Начинаем атаку.
So he's running away. Он убегает. Infantry forward, пехота вперед. Oh, we can capture like some money. Можно как деньги даже захватить. Do we need actually this? Нужно ли нам это делать? Парень пошел на ремонт. So enemy somewhere near. Где-то враг поблизости уже. I think we cannot capture more. Не можем даже больше захватить. Okay, so the enemy decided to repair. Враг решил ремонтироваться. But we can shoot him from there. Но можно его вот с вот этой позиции-то добивать. Going forward, вперед пошли. Okay, they shoot from that side. С той стороны они могут уже стрелять. So we cannot destroy. Жалко, невозможно уничтожить. That tank needs to move forward. Танк должен выдвигаться вперед. Back. Назад идем. This tank's hide here. Этот танк пусть прячется в этом леску. Capture complete. Захват завершен. Go behind. Пошли назад. Okay, wait, ждем. One tank destroyed, один танк потерян. Can I capture, can I produce something? А можно ли тут что-то произвести? No, нет. Twelve turns, 12 ходов осталось. Ну ладно, попытаемся так. Okay, infantry tries to go through. Пусть пехота постарается пройти. I need infantry to pass through. Нужно пехоте именно пройти. This tank's back. Вот этот танк назад. Hold on, держитесь. I guess we will not capture. Думаю, не сможем захватить. Like, oh, we don't have enough firepower. Не хватает огневой мощи. Should we capture? Начали захват. They will kill. Не добьют. And that's it. На этом все. Let's restart. Заново начали. Да. That hurts. Это больно. But at least repair is something that is right. Ну, по крайней мере, ремонт это хоть что-то в направлении правильного действия. Окей. Ну, вот так вот. Двигаемся вперед. Okay, see the enemy tank. Вижу вражеский танк. I cannot shoot from this distance. С этой дистанции не могу стрелять.
Это looks nice. Выглядит нормально. Окей. Приближаемся. And finish with this. И добиваем вот этим. Infantry advance. Пехота пусть двигается тоже вперед. Behind the lines. В тылы прошли. And here goes the ships. А вот и кораблики подоспели. Here goes the airplane. Где-то тут самолетик. Еще тогда можно его сбить. Да. Тянет восьмой ход. This would be used to repairs. Это используем для ремонта. We prepare to advance. Готовы продвигаться вперед. Complete. Заход завершен. Прячемся. We need to kill this tank. Этот танк нужно добить in one blow, одним, ну, одной атакой. Back. Назад отошли. What they're doing here? Что они там делали вообще? Okay, now we're ready to strike. Готовы к атаке. Ну, привет. Infantry forward, пехота вперед. Tanks attack, танки в атаку. Okay. Fine, прекрасно. That's perfect, это идеально. Это уничтожает вот этот. Tank back repairs, танк назад на ремонт. That would capture. Этот пошел на захват. Advance here, сюда продвигаемся. Захватом, repairs, на ремонт. Окей, нормально. So there is another factory, еще один завод есть. We have 16 turns, у нас 16 ходов осталось. I guess we will complete this mission. Думаю, эту миссию мы таки уже закончим. Repairs complete, ремонт завершен. That tank can like stand with the infantry. Этот танк может с пехотой вообще-то сейчас постоять. No, that's like only infantry, I guess, repairs. Похоже, там только пехота ремонтируется. And here we go, another enemy tank. Вот еще один вражеский танк. Let's go here to the forest. Давайте вот так в лесочек заедем.
Also hide in forest, тоже в лесочке прячемся. Okay, that's back to repair, все назад на ремонт. Ну, уничтожаем. Great. Ура! That's what I can say. Вот что можно сказать. А, сейва сохраним. It's definitely possible to win. Тут действительно возможно победить. Окей. Okay. Front. Наперед. Repairs faster. Быстрее ремонтируется. Ready to attack. Готовы атаковать. Ready to advance. Готовы продвигаться. Can I fire? А я могу ли стрелять? Yeah, I can like fire from the close position. Так со спрятанной позиции-то можно стрелять, оказывается. So... Oh, no, no, no. Нет. I don't want my vehicles to be hurt. Не хочу, чтобы мои техники повредили. So they don't see, не видят меня. Actually, those guys can like go and capture. Эти ребята могут идти и захватывать. Where is this anti-air? Где мой противовоздушный? Goodbye, пока. Yeah, they will come and capture. Пусть идут и захватят. That's tank ready. Танк готов. Okay. Next turn, going to capture. Следующий ход, идем и захватываем. Perfect. Идеально. Infantry move in. Пехота пусть выдвигается. Окей, okay. Everything is awesome, все у нас прекрасно. Now that and here, давайте противовоздух попытаемся добить. Запьешь, что у нас здесь? Just in case, просто на всякий случай проверяем. And that would be repaired, это будем ремонтировать. Oh, did not manage to repair, не смог отремонтировать. So somebody is still there. Кто-то еще все-таки есть какой-то враг, который пытается навалять нам. That infantry forward. Пехота вперед. Hello, приветик. Now we are capturing here. Мы тут на захвате. Вперед пошли. And закончили. And victory. И победа, finally. Наконец-то. Till the next episode. До следующего эпизода. One vision, one purpose. Одно видение, одна цель, товарищи.